Здравствуйте! С новогодними поздравлениями от кулинарного канала «Диетолога Скачко». Новый год не просто повод подбить итоги года уходящего и построить план на будущее. Он имеет несколько большее значение. Обычно сопровождается праздничным застольем, и медицинская статистика неумолима. Часть людей теряет здоровье, некоторые теряют жизнь. Но, надеюсь, не подписчики или зрители моего кулинарного канала «Диетолога Скачко». Вы владеете большей информацией. На моем канале есть видео, и я вам напомню о них. Ссылочку в конце дам, как правильно начать праздничное застолье, как его сопровождать, как восстановиться на следующий день после праздника. Иными словами, предупрежден, вооружен, и этой информацией вы будете владеть лучше. Свои видео я часто заканчиваю словами «Крепкого вам здоровья!». Это подарок от ваших родителей, кстати, новый повод, дополнительный повод позвонить и поблагодарить их за то, что они вам дали не просто жизнь, но и то здоровье, которое вы имеете. А вот слова разумного к нему отношения относятся уже больше к вам. От вас зависит, как правильно готовить разные блюда и напитки, чтобы они были не только вкусные, ароматные и красивые, но и приносили пользу для вашего здоровья и уносили жизнь. Такие видео на моем канале есть. Десятки видео, как правильно приготовить кофе, как правильно приготовить чай китайский, чай имбирный, супы, борщи, каши. Иными словами, такая информация есть, а будет еще больше, чтобы вы мне жили лучше и дольше. Часть подписчиков моего канала на меня немножко обижены, я вас прекрасно понимаю. Я не всегда вовремя отвечаю на ваши письма, не всегда вовремя отсылаю рекомендации, книги. Простите меня за это. Я имею на это веские причины на протяжении последнего времени. Но напомните мне об этом в почте, и я выполню те обещания, которые вам давал. А я на этом это видео буду заканчивать. Привычным подписчикам моих каналов словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете, что делать с этим видео, можете, кстати, отправить ссылочку на него, поставить лайк. Возможно, напишите что-то в комментариях. А я использую вот это чудесное вино и попробую его продегустировать в компании близких мне людей. Надеюсь, что у меня это сегодня получится. Вот. И в новом 2020 году я с новыми силами буду писать новые видео, чтобы вы лучше относились к своему здоровью и понимали, где лежит здоровый образ жизни, а где есть испытание генетических возможностей вашего организма различными блюдами, напитками, возможно, своим образом жизни. До новых встреч на моих видеоканалах «Доктор Скачко» и «Школа Доктора Скачко» — это YouTube, а также «Школа Доктора Скачко» в Instagram.